Доча, а мне вчера тетя Лиза звонила. Помнишь железатку? Сказала, что в моем возрасте, чтобы за собой ухаживать, нужно пить гиалуроновую кислоту, витамины такие. Омолаживает, и кожа в целом лучше будет. Ее сын ее богатей покупает, так она уже помолодела. Я ее вчера даже по голосу не узнала. Мама, ты как скажешь, я эту тетю Лизу недавно совсем видела. Она на себя столько косметики наносит, чтобы с этими словами действительно не разобрать, сколько ей лет. Хорошо, ты мне напиши, я сама тебе куплю. Ты пенсию не трать, лучше себе фрукты купи, овощи. Доча, мне вчера дядя Бржан даже сказал, чтобы у меня мои колени не болели, нужно купить какие-то витамины с какой-то там серой, там вообще комплекс всего, кальций, и ты полгода его пьешь, и потом колени больше болеть не будут. Как у молодой девчонки будет? Дядя Сабружан, он-то врач, он-то знает, что говорит. Говорит, сам пьет, и он не просто ходить теперь начал нормально, так он теперь еще и бегает каждое утро. Подскажи название, я поеду и куплю. Мам, дядя Сабружан бегает преимущественно от тети Алии, и как правило налево, а она его на чистую воду потом выводит. А потом он снова от нее и бегает. Как раз каждую ночь налево, а каждое утро от нее. Вот и бегает бедняжка наша. Так что ты мне лучше напиши, как называется. Я сама тебя куплю, а ты пенсию не трать. Лучше на фрукты, на овощи и на одежду себе не эконом, как обычно. A few moments later. Ой, вообще мои глаза уже не видят. Алис, посмотри, что мне тут тетя Алия написала. Пишет, что ей от зрения помог курс ягод черники. Надо 3 раза в год курс пропивать и будешь видеть, как в молодости. Ну, загуглю потом сама, не обращай внимания. Ага, потом, знаю я тебя. Потом, это значит, когда я уеду, сама пойдешь и купишь. Лишь бы я не тратила на тебя деньги. Не переживай, мама, я себе уже перекинула это название, я сама тебе куплю все. И мне зря чего нужна, а то еще потом перестанешь меня вообще узнавать. Раз тетя Алия все похождения дяди Сабржана видеть стала, значит действительно помогают витамины. A few moments later. Алло, доча, ты сегодня не приезжай. Я заболела, походу, грипп какой-то. Чтобы тебя не заразить, а то ты потом всех детей перезаражаешь. Тут ты прям в последнее время часто стала простывать, мамуля. Иммунитет тебе надо повышать. Я сегодня заеду и привезу тебе комплекс витаминов и минералов. Полный месяц пропьешь и сама увидишь, как болеть перестанешь. Мой Оскар, помнишь, что же постоянно болел? А теперь здоров, как космонавт. Слава богу, что у меня есть мой любимый Айхерб. Если бы не он, я бы, конечно, никогда не потянула эти дорогие витамины. Тем более в таком количестве. А с Айхербом и мама в 7 лет жива и здорова. Муж с детьми всегда получает необходимый комплекс витаминов и минералов для правильного обмена веществ и настоящего богатырского здоровья. Если вам интересно, как я так дешево все заказываю, потому что в Айхербе есть прекрасный код, который вы можете видеть на экране, который дает скидку 10% на первый заказ и 5% на повторные заказы. Но важное условие. Вам обязательно нужно будет перейти по ссылке, которая находится у меня в профиле. Может, этот код будет активироваться только перейдя по ссылке. Ну и как обычно, заранее, пожалуйста.